Доброе утро, ребята. Доброе утро. Упала. Хотела запрыгнуть и упала собака. Она такая вся по утрам. Это ужас какой-то. Ребята, доброе утро. Утро с бутербродами у нас начинается. У нас нет хлеба. Я вчера весь хлеб использовала для этих бутербродов. Поэтому мы их, в принципе, едим. Все. Зато у нас есть бутерброды. Есть бутерброды. Да, хлеб сегодня купим. И колбасы купим, короче. Так, а это чертик, собака, везде бегает, ты что? Бесится. Я ей еду разогревала и перегрела, она теперь ждет. Горячий чай, горячий. Она теперь ждет свою еду. Скажет, да что ж такое, раньше меня сегодня садитесь. Сейчас подостынет и будет кушать. Надо ждать. Сегодня ко мне запрыгнула на руки, аж да, с разбега. Она как летчица какая-то. Бежит, бежит и хотела с дивана полететь просто. И Сергей ее случайно споймал. Офигеть. Пуля какая-то, пуля. Она когда на нее бешенство наступает, вот это бесится, бесится. Она себя не контролирует. Да. И она сама о себе рычит чуть-чуть. Сама с собой, короче. Обалдеть. Просто. Так, завтракаем и начинаем свой день. Куда ты? Вчера, скажи, эти бутерброды мне пахли, не дали ни куска. Сегодня опять достали, издеваются люди. Погнали, папка. Давай, мам, чай пить, да. Обед. На обед сегодня куриная печеночка. Я ее просто вилочкой, такая отварная, вилочкой помяла. И рисовая каша. Здесь рис, морковка, кабачок. Вот. Ну, тут больше печенки, чем самой каши. Вот такой вот у нее будет обедик. Я бы сама такое ела. Вкусняшечка. Че, кушают вроде бы. Вроде нравится. Ням-нямушка. Я ей ласки оставила. Что такое? Ой, у нас этот ремонт. Соседи делают, что там бьют, выбивают. О, батарея синица. Нет, не хочет. Ты чего? Не хочет. Я в шоке. А чего? Говядину тебе подавай. Печеночка куриная. Ну, кушай, кушай, Альма. Кушай, кушай. Кушай, девочка. А что ты сейчас Ласа придет съест? Нет, ребята, не хочет. Значит, не голодная. Я убираю и дам ей попозже. Вот так вот. Пусть номер два, ребята. Вчера не получилось. Иду в банк сегодня. Уже по-любому открыли. Как раз обеденный перерыв закончился. Иду в банк и на почту. Ух, жарко-жарко. Тенечки хорошо сегодня, а на солнце жарище. Боже, это как такая жара, если будет, как дети будут в классах сидеть. Это вообще капец. Жарко, что и зубы вели не покупать. В прошлом году туфли купили, короче, она их два раза обула, мозоли натерла, и все, больше их за год ни разу не обула. Лежат новые туфли, ну, естественно, они малые, туфли неохота покупать, что-то какие-то, не знаю, может, типа легенькие, как в магазинчике, что-то такое. Все, ребята, отстояла очередь, где-то, наверное, полчаса, на жарище, все на улице стоят, ждут очередь, внутри там хорошо, кондиционер. Ну, ничего, отремонтируют, то отделение уже не будет такой запары, короче. Так, сейчас я иду за хлебушком, схожу и хочу зайти в зоомагазин, взять каких-то ласки, каких-то витамин или что-нибудь такого, вкусняшек витаминных. И Альме взять что-нибудь такое, чтобы она грызла какую-то штучку такую засушенную. Зайду, а потом на почту мне посылки надо отправить, а потом за колбасой. Вот так. Все, ребятки, зажарилась. Наконец-то дошла до дома. Короче, что купила, показываю. Кукуруза,
Кукуруза по 6 гривен, качанчик я взяла 5 штук, перец болгарский, блин, помнила бы я цены, по-моему, по 14 гривен, помидоры 18 гривен, огурцы по 20 гривен, щавель пучок 10, и там еще базилик, вон он такой синий-зеленый какой-то, короче, 10 гривен, арбузец на 50 гривен, по 6 гривен килограмм на полтинник вышло, дальше... Колбасный магазин. То есть не вижу я чека, ребята. Так. Сейчас. Один чек, это колбасный. Так. Это отдельно сосиски. Так. Вот, наверное, оно. Так, ребята. Значит, смотрите, вот такие вот сосиски, они дороговастенькие, но они очень-очень вкусные. Прям шкурочку не нужно с них снимать, они классные. Короче, молочные называются. Сейчас скажу, килограмм 171 гривна на 55, вот это 300 грамм вышло. Так, и вместо колбасы вот такую взяла, как она, шинка называется. Вот такой-то она типа рулетом, даже он разделилась на две части, малеха. Цена, ребята, шинка слобожанская. Килограмм 128 на 70 гривен вышло. Хлеб 14, этот не помню, черный с тмином. Что еще? Это нижнее белье Лене в школу на 80 гривен взяла, но показывать не буду. Дальше зашла в зоомагазин, ласки две такие штучки взяла, и они очень нравятся, такие вот палочки, они такие как мягенькие. И Альме взяла вот такие вот грызть, сейчас... Хочу раскрыть, показать. Сейчас, подождите секунду. Оп. Значит, ой, как оно пахнет, воняет, вернее. Вот такая штучка. Вот такая. Типа, сказали, что это то ли вымя, то ли что. Ой, как оно воняет. Так, и вот такая вот штучка, кальцинированная косточка. Но я сначала вонючку вот эту вот дам ей. Пускай грызет, точит зубки. Она полезная, типа. Ой, фу, как она воняет. Капец. Все, такие покупочки надо обедать, потому что время, ребята. А, повтор, сколько? А, это отключали этот самый. На свет вырубали. Отключали. Я даже не знаю, сколько время. Офигеть. Надо узнать. Надо узнать, сколько времечко. Сколько времечко. Сейчас. Так, тут деньги. Я пошла без кошелька. В банке деньги получила, и этот самый, некуда даже положить, все по сумке так валяется. Сейчас, ребята, времечко у нас, сколько, ух ты, без 10:04, а нам на 18:30 идти в парикмахерскую. Короче, надо обедать и отдохнуть немножко, вот что. Что, спишь? На, вонючку тебе, будешь такую? Ой, вонючка. Ласа, я тебе сейчас другую дам. На, бери. Грызи. Сейчас понесет куда-нибудь. Да ей большая, она долго ее будет грызть, конечно. Ну, пускай грызет. Будет ходить вонять. Это ее одеялко, оно страшненькое такое. Ну, пока постелил, что она вот такая, что может написать на него такое. Грызет. Боже, он так воняет. Воняет сильно. Что, она зацепилась? Нет. Кушай. Ложись. Расслабься. И вперед. Смешнючка. Ласа, а тебе? Такую штучку будешь? Сейчас я ее раскрою. Ласа. Я не знаю, ее можно? Курочка и уточка написано. Ее можно сразу всю давать, да? И выготовлена в Европе одна палочка. И не знаю, можно или нет. Всю. О! На. Эть! Погрызи, ласочка. Грызи вам по вкусняшкам. Да, она сейчас быстро ее съест. Угу. Она мягенькая такая. О, она уже ее почти съела.
Что там скажи делить на части, Ласа, да? Нравится ей. Все! Съела. Проглотила прямо. Офигеть. Все. Завтра еще одно дам. Или вечером. Я не знаю, можно их просто по две давать в день или нет. Хорошая. Научилась. Она сразу его возюкала, возюкала по полу. А сейчас научилась. Он лапками держит. Двумя. Ей уже, нравится тогда? Да, оно такое собака вонючая. Это вымя коровье засушенное еще. Запашок, конечно. Но ей прям так вкусинячее. Уже половину почти слямзила. Держит так интересно, да? Лапками. Смачно. Отошла от меня. Да. Та-дам, мать. Та-дам. Все. Будем кушать? Да, обедаем. Бутерброд у нас, бутерброды такие, бутерброды сякие, короче. Салат. Вот это вот мяско, которое я купила. Салат и бутерброды, которые вот вчерашние. Базилик. Вот. Синего неба, он спасибо, такой, он сине-зеленый. Это все, что пойдет было. Любой. По 10 я гривен за бучку. По зелени соскучилась уже. Да? Зелень это круто, да, да. А да, петрушку чай с бергамотом. С бергамотом, да. Петрушку и укроп не взяла, они вялые. Ну что ж, я поздно после обеда, считаю, пошла. Вялые такие страшные понесли. Да базилика хватит, мам. Да, только базилик, извиняйте. Все. Так, давай, обедаем, потому что, короче, время, ребята, почти 5 часов, а мне на 6.30 в этот самый, на 18.30. С Масюндрой стричься. С Леной, да, надо покушать, просто полежать полчасика, и что-то жара меня вымотала. Очередь такая в банке была, я выстояла, это капец просто. А что ж, у нас в городе одно отделение осталось на весь город, конечно, толпа там огромная. И спорят, кто первый, кто прав, кто виноват там в этой очереди, это капец. Все, давай кушать, мамочка, да? Давай, папка, погнали. Ребята, хотите посмотреть на кошку-черепашку? Это кошка-черепаха. Она легла прям пузиком на пол и расплылась вот в этом месте. Так, о, все. Вот так вот всегда. Как только включу камеру, она начинает стесняться. Мы немножко стеснительные киси просто. И вообще спим, нам не мешайте. Да, ласка? Вот, я вам хотела показать, как она лежит. Смотрите, видите, как ноги? Ай, все. Стесняшки, стесняшки. Ноги всегда на животик ложится и ноги назад. Так смешнючий лежит. Собака хорошая. Пузенька пузатая. Настало в то время, настал тот час. Лена хотела, но долго не решалась. Запомните ее такой. Потому что мы идем в парикмахерскую. Какой длины решила? Вот так. Не. По подбородок? Вот так. А, ну только так вот всего лишь обрезать. Вот так. Ну, сейчас покажешь там, да. Как в прошлый раз, будешь пришли, нам каре по подбородок, и тебе вот так вот. Не, просила вот так, она сделала. Да. Ну, что, идем. Тик-ток есть. Тик-ток котенок. Худенький такой, маленький. Все, пошли. А хорошо, что нам рядышком идти, парикмахерской. Удобно. На 6:30. Поздновато, да? Не разрешаю себя снимать. Вот задом повернись. О, вот. Ребята, такая вот стрижка у Лены. Чуть-чуть короче, чем она хотела, да? Но она отрастет. Все, она молчит. Она меня сейчас будет бить. Она меня бьет вообще. Шутка. Так, ребятки, Юля решила приготовить ужин. Так, ну что я без головы, блин. Я без головы, а если так поставлю, то не видно, что я там готовлю, короче. Ладно, пока подниму вот так вот камеру. Короче, этот самый. Ласку скоро на балконе. Она заскочила, увидела Ласкину кашу, да? Угу, ей нельзя Ласкину кашу. Так, ребята, что готовлю? Так, плиту я включила. Здесь у меня варится картошка на пюре. Я сейчас сделаю пюрешку. Куриная печенка. У меня, смотрите, кстати, нашла способ, чтобы дощечку не пачкать, резать печенку сильно крупными кусками. Я не люблю. Я беру кухонные ножницы. И, ребята, как по маслу, вот так вот, смотрите, оп, и так оно мягенько, оп, режется, нарезается, представляете?
такой обалденный способ. Оп, 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 как удобно, как прекрасно. И, короче, она поняла, что там Ласкина еда, и просится на балкон, пищит, да? Чего смотришь? Сейчас скоро буду ее кормить. Все, мы уже изучили команду «дай лапу», четко. Если я не забуду, сегодня покажу, ребята, как мы даем лапу. Ну, только она все равно надо, чтобы она такая голодненькая была. Поняли, да? Все, теперь ножнички моются, и никакую дощечку я не испачкала вообще. Ничего, абсолютно. Это мусорку. Когда я готовлю, она сидит, наблюдает, наблюдает. Так, сейчас картошка закипела. Я сделаю печенку с луком и морковкой. Морковку такими вот соломкой нарезала. Подожди, она мне ложится прямо на ноги, на тапочки. Так, а лук такими вот небольшими кусочками. Прям их вместе обжарю. Потом добавлю печенку. И можно, знаете что, залить, добавить. Нельзя, нельзя. Ласса, уйди. Залить, добавить, либо не трогая кистью. Аля, у меня камера там. Нельзя, нельзя. Хвостом так мажешь, что может камеру ушибить, чтобы все попадет. Тут лук, морковь. Я морковку ей кинула. Морковку она не любит. В вареном виде, когда добавляю, она кушает. Но она в вареном, конечно, там минимум витамин. Сейчас, ребята, маслом достану. Минимум витамин. Лучше в сыром виде давать. Но не ест она. Не нравится ей. Она ее может погрызть на мелкие части. Расчленить морковку. И все, и бросает. Так, ну что, я добавляю уже на сковороду. И можно добавить кефир в печенку. Либо у меня есть еще не сладкий, обычный, без всяких наполнителей, йогурт. Сейчас мы что-то придумаем. Ну, лучше давайте йогурт добавим. Сейчас. Так. Так. И еще, ой, я сейчас приготовлю и поставлю компот вариться. Сергей привез позавчера, где когда он на дачу ездил, привез эти яблоки. Надо компот из яблок сварить. Мы уже один выпили. Кстати, в Кировограде в магазине «Аврора» я купила ложку силиконовую себе, потому что моя старая уже здесь вот дала, короче, трещины, может не видно, вот видите, вот трещина такая вот уже есть. От чего она так, ну короче, уже старенькая, я себе купила другую, но знаете, она толще, неудобно мне ей, моя тоненькая в руке хорошо лежит, а у этой рукоятка более толстая, как-то непривычная еще пока, привыкаю. Ребята. Вот этот йогурт, кстати, я раньше никогда не покупала, думаю, ну как, йогурт должен быть сладкий, типа вкусненький, да? Никогда не покупала без всяких добавок. Йогурт густой, натуральный, без наполнителей, без добавления сахара. Ферма 8%. Сейчас покажу. Он на сметану похож. Мне напоминает он сметану. Ребята, вот, только он густой, видите, он даже не льется, короче. Вот, он точно как сметана. Очень. И все, сделаю пюрешку. Сливочное масло у меня есть, молоко есть. Раз, два и готово. Наварила кукурузу, короче, а мне, я когда покупала сегодня кукурузу, мне женщина говорит, варите 10 минут, не больше. Я говорю, ага, поняла. Поставила я варить кукурузу. И естественно, что, о, я видела, что у нас закипело, думаю, так, засекаю 10 минут. Дальше Юлька забыла. Все, я переварила кукурузу, она, бедная, аж скукожилась. Вот. Но, кстати, она уже остыла, вот совсем холодная, и она, знаете, засыхает. Я думаю, что надо ее, может быть, в пакет и в холодильник положить. Ну, одну оставлю, может, Лена. Я так хотела кукурузы, а потом, когда мы пообедали, и я уже перехотела, не хочу. Я в холодильник в пакете, вот так вот, чтобы она не сохла, не засыхала. Потому что хана ей будет. А сейчас, что я себе аппетит перебила, и мне уже неохота ни кукурузы, ничего. Тут у меня в холодильнике столько всего. А, я еще купила, ребята, сегодня этой Лене малины. Представляете, она не хочет. 29 стаканчик малинка. Вот такая вот. Вот, малиночка. Не хочет. Лена, поешь малинки? Нет. Ну, пускай стоит в холодильнике, может, завтра захочет. Так, покупай ей фрукты. Она не хочет их есть.
практически заставляю ее, понимаете? Капец. Ой, морковь. А, улетела. Ну, сейчас быстренько, печень очень быстро готовится, картошка пюре тоже. И все. Боже, я ж сегодня купила, ребята, эту. Дика мне, ты сиди под ногами. Ты сиди под ногами, с козоедой. Пахнет меня. Что-то мама готовит. Непонятно, что такое-то. Ты воняешь, боже. Дала ж я эту вот вонючую штуку. Это то ли коровье вымя, то ли что она такое. Такое вонючее. Лена заходит на кухню. Фух, что воняет? Я говорю, да это еда, такая штучка. Сергей заходит. Блин, что воняет? Что случилось? Кто умер? Кто сдох? Я говорю, блин, это я еда так воняет. И короче, она половину слямзила, съела. Вот. И давай ее прятать, как настоящая охотница-хищница. Закапывать туда, туда прячет. Между диваном в щелочку. Что там? Между диваном в щелочку прячет. Понимаете? Короче, у меня за холодильником дачные миски стоят. Нашла в миску. Главное, положила в мисочку, понимаете? Прям в миску сложила. И она... А я думаю, что такое? Я только к холодильнику уйду, а балкон рядом, а мисочка за холодильником. И она сразу бежит. Бежит ко мне. Думаю, наверное, в холодильнике что-то ей пахнет. Нифига, там спрятана ее эта штучка вонючая. Вот. Я убрала ее. Говорю, иди в коридор на линолеум где-нибудь. Не воняй мне тут. Вот. И знаете, что она делает? Она тихонько прокрадывается за мной, я наблюдаю. Запрыгивает на диван, я выгоняю, в диване хочется. Я выгнала опять, и так тихо-тихо, смотрит, меня крадется. Короче, запрыгивает на диван, за подушку, раз, положила и уходит, убегает. Все, понимаете? Прячет свою эту самую добычу, еду, понимаете? Понимаете, хитрая такая, хитрая собачука. Вот так вот. Хищница себе запасы делает какие-то непонятные. Так, все, в принципе, ребята, добавляю печенку. Вам не видно тут сковородки, все. У этой камеры маленький захват. И я не могу никак так сделать, чтобы было вам все видно. Могу только, если она сзади меня будет далеко стоять. Неудобно. Там неудобно возле балкона поставить, потому что холодильник мешает. Все, сейчас буквально раз-два поджариваю, добавляю йогурт и протушу минут, пару минут буквально, и она быстро готовится. Андрюха, тебе пахнет печенкой? Ты уже обулся, уже выходишь? Ты ж любитель печеночки. Так что давай уже выходи, уже почти готово. Почти готово. Поздно я, конечно, готовлю, пока с парикмахерской, пока то, пока все. Детей надо кормить, кормить. О, жарко, жарище, ребята. Все, готово, печеночка готова. Но у меня, короче, Лена печенку не ест, поэтому ей ужин отдельно. Одна отбивная куриная осталась. Накладываю ей картофан, пюрешечка. Немножко, Лен, тебе, да? Вот так вот хватит. Мы целое лето не ели картофельного пюре. Прикиньте. Ну, месяца, наверное, три мы не ели картофельное пюре. Если я не ошибаюсь. Представляете? Так. Огуречек. Огуречек. Не ходи на тот конечек. Ой, меня видно было? Нет, там не видно. А то я испугался. Не бойся. Огуречек. Все ли на... Ужин готов. Салат ты ела в обед. Я не хочу сейчас делать салат. Пожалуйста. Вот такой вот у Лены, ребята, ужин. Пюрешка, отбинушка, огурчики. Жулик, не воруй. Да, я такая, да. Кукуруза еще, Лена, есть. Надо было ее завтра варить, что сегодня никто не хочет кукурузы. Все. Все готово. Сейчас я вам покажу, как печеночка выглядит, ребята. Оп. Сейчас, сейчас. Одну секунду. Вот. Опа. Ой, течет. Вот так вот выглядит печеночка. Очень-очень вкусная. Ням-нямушка. Все, готово. Юлечка справилась. Та-дам. Та-дам. Ребята, наконец-то ужин. Папка закончил. Монтировал. Вот только 10 часов.
Какие 10 часов? Они 12 идут, уже, да. 12. Свет 12. Отключали, мать. Да, надо на микроволновке поставить часы. Я так спать уже хочу, еле дождалась. А я монтажила, свет отключили. Прикинь. Все погасло. Да. Хорошо, компьютер включил, он спросил меня там. Восстановить, в программе. Типа, да? Восстановить, да. Офигеть. Прикинь, видишь, ноутбук сразу не вырубается, а ну такой да. Системник. Раз и все. Батареи же нет. Ну что, ребята, пюрешка, печеночка куриная и тарелка. Смотри, уже пульт в ход пошел. Только положила, все, она уже в зубы его. Ты че? Я смотрю. Ну, играть надо, она маленькая. Ты нельзя. Да? Трандота. Конечно. Да. А Ласа вообще спит. Ну, да, Ласа покушала. Целыми днями. Я ей йогурт отдала. На расслабоне. Да. Вообще-то она всю жизнь на расслабоне. Ну да, она всегда такая. Не лезь туда, не лезь. Я между вами барьер, все. Все, ребятки, будем кушать. Ложится спать, Лена давным-давно уже спит. Довольна она прической. Сегодня вертелась, крутилась возле зеркала. Ну и слава богу. Ребенок доволен, и мы довольны, да? Да. Все, ребятки, будем на этом прощаться. Всем спасибо. Заходите завтра к нам в гости. А мы сняли еду? Да, только что показывал. Я уже забыл. Уже мутняк. Уже крыша едет. Да. И подписывайтесь на канал. Все, пока-пока. Пока-пока, ребята.